уважаемые зрители, приветствуем вас на матче 21-го тура при матче. Было команде, в которой выступает, между прочим. Между прочим, я расскажу это потом. А сейчас Никита Горбунов открывает счет в этой встрече. Они со своим партнером по команде. И поэтому Шумкулов и теперь аут от команды гостей. Гор и гол. Вот это была, конечно, неожиданность. Галилов, Докучаев, вот еще один момент. И пас на Абгана и Вадимир. Падение, Абган все-таки забивает мяч в ворота соперника. Слишком долго стояли и смотрели футболисты Golden Eagles на распасовку. Ну и ничья, либо счет 4-3 был бы вполне актуален для данного матча. Какой гол! Мама мия, что творит Кисин! Болельщикам спасибо за поддержку. Александр передает всем тем, кто болеет сегодня за Саратов. Удары влево, молодец, на месте. Удар, гол! Ай да Кисин, что ж ты творит? Второй мяч в этой встрече, 4-2. Сравнивает, что он сравнивает? Опять большинством пошли Golden Eagle в атаку. Еще один удар влево, но тут на добивание носа. Уже не было никого из саратовцев, чтобы закрыть. Этот удар и остается на разбеге. Нет, не пору, а нос спасается, как всегда, свой красивейший и голевой футбол. Но победили хозяева. Спасибо всем болельщикам.